вы смотрите новости онлайн. Несмотря на свой скандальный характер, вниманием женщин Алексей Панин не обделен. Еще летом в микроблоге Панина проскакивали фотографии с некой Екатериной Михалицкой, но тогда они не вызывали особых вопросов, а на днях и Алексей, и Екатерина опубликовали в своих микроблогах совместные фотографии в компании с дочерью Алексея Нюси. По фото видно, что эта троица прекрасно чувствует себя в компании друг друга. А Екатерина даже поставила хэштег «семейный праздник». Так значит, они уже семья или просто чувствуют себя семьей? А как вы считаете? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!